день рождения страны. Крымчане, россияне, с праздником вас, дорогие друзья. Впервые на Солнечногорском телевидении. А может быть, нам сделать Евпаторию и Солнечногорск городом побратима? Вместе с телерадиокомпанией «Крым». В эфире многих телеканалов России именно в этот день по нашей инициативе будут звучать поздравления со всех регионов России. Желаю здоровья, сил, успехов, процветания, единства. Да, Крым наш. Это очень хороший город, в котором светит солнце. Так, наверное, с каждым бывает. Вдруг на сердце грустно и горько. В этом случае я убегаю в город, названный Солнечногорском, городок моей мечты. Если не были, поверьте, нет привычной суеты, нет столичной круговерти. В синеж озере вода, чистый цвет небесной силы, небольшие города, в них как в зеркале Россия. Я люблю Россию за ее природу, за ее бескрайние просторы. Я люблю российских людей за их добродушие, за их, скажем так, неформальный подход к решению всех проблем. За валуны Ладожского озера, за сосны в Калининградской области, то есть за эту могучую необъятность. Мы здесь родились, это наша родина. Здесь родной дом, родной воздух, небо, солнце, леса, поля и горы. За то, что все мои предки отсюда, и, надеюсь, мои потомки никогда не покинут эту страну. Замечательно. Сами из города Солнечногорска. Муж мой с города Керчи, с Крыма. Хотим передать привет своим родителям, которые в Крыму. Поздравить их с праздником, с Днем России. Хотим большой привет им передать своим друзьям, говорится, все, кто нас племянница знает. Наша, да, Ева? Племянница, как твою сестренку зовут? Злате, помаши, ручка есть. Злата, привет! Россиян, керчан, крымчан, севастопольцев, всех с праздником, с Днем России. Желаем мирного неба над головой, чтобы все были здоровы, счастливы, у всех было в семье все хорошо. Крым – это Россия. И хочется передать привет всем крымчанам, а также поздравить сотрудницу нашего центра Оксану Пронину, которая стала проживать летом в Крыму. Поздравить ее с Днем России и пожелать здоровья ее ребенку и пожелать им большого счастья. Я сам отдыхал в Крыму и, конечно, очень рад тому, что мы опять вместе. Я надеюсь, никогда у нас больше не возникнет коллизий о том, что кто-то по другую сторону. Поэтому большой привет всем крымчанам, всем россиянам. Да здравствует моя большая родина! Служил я в Евпатории, в строительных войсках, которые, в общем-то, готовили объекты и антенны для полета на Марс. Дорогие крымчане, дорогие мои коллеги по службе, если кто помнит меня, я передаю вам огромный привет. Несколько поездок моих в Крым
в частности, в Евпаторию, убедили меня в следующем вопросе. А может быть, нам сделать Евпаторию и Солнечногорск городом-побратимом? Давайте подумаем об этом. Привет вам, ребята, всем. Кто у вас в Крыму? Мама. Ну и родственники. Много. Твоя? Да, моя мама. Как маму зовут? Соса Ольга Степановна. Большой привет бабушке, родственникам, всем. Гале большое спасибо, которая ухаживает за бабушкой. Поздравляем всех с праздником. Бабушка Оля, я тебя поздравляю с Днем России, в школе проеду. Огромный привет передаю всем жителям Крыма. Это замечательное, красивейшее место на Земле. И всем желаю отдыхать именно на Крымском побережье. Крым наш. Это очень хороший город, в котором светит солнце. Ты там был? Нет, я ни разу там был. Ну, а ты, может быть, хочешь поехать туда отдохнуть? Ну да, хочу. А что бы ты хотел там увидеть больше всего? Я море. Привет, Крым! Поздравляю тебя и твоих жителей с Днем России! Обожаю тебя от Керчи до Севастополя, от Черного моря до Азовского. Твоя первобытная природа, горы, море, воздух. Ты уникален! С праздником! Хочу поздравить с Днем России своего друга Юрченко Александра и основателя первой крымской онлайн-радиостанции «Радио Бич». Саня, поздравляю тебя с этим замечательным днем, Днем России, творческих тебе успехов, больше радиослушателей. Солнечногорск с тобой. И от лица всего солнечногорского телевидения мы тебя поздравляем. Дорогие солнечногорцы, дорогие жители Крыма, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с Днем России, хорошим, замечательным, прекрасным праздником, который объединяет, сплачивает людей разных городов. Россия – наша Родина, и мы все ее дочери и сыновья. Гордимся своей страной, гордимся, что мы россияне. Я всех поздравляю с Днем России, с Днем нашей страны. Желаю всем, чтобы никогда не было войны, чтобы все было хорошо. Дорогие друзья, России никогда не жилось легко. И в День России мы помним друг друга, поддерживаем друг друга, вне зависимости от национальности. Вся многовековая история говорит о том, что многонациональный уклад. И самое главное – поддержка друг другу. Крымчане, россияне, с праздником вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и обязательно здоровы. У России впереди большие горизонты. У нас есть Родина, моя любимая Россия. От всего сердца примите наши самые искренние поздравления со столь величественным днем. Днем России! Желаю здоровья, сил, успехов и мирного неба над головой. Процветания, единства. Я люблю тебя. Потому что здесь бескрайние просторы. Потому что она красивая. Я люблю Россию, потому что я в ней родилась.